Культура и наука. Эту тему не обошли политики в своих коротких предвыборных программах. Их вместе с экспертами изучила Яна Рубинчик. Здравствуй, Яна. Что политики обещают людям культуры и науки? Добрый вечер. Обещают повышение бюджета, но не все. Культура и наука в центре внимания партийной разборки сегодня вечером. Сначала поговорим о культуре, как ее перспективы видят коалиционные партии. Национальное объединение, чей министр, кстати, возглавляет культурное ведомство, видит Латвию как страну большой культуры. Политики намерены повышать социальное благосостояние людей культуры и укреплять латышские культурные традиции. Новое единство планирует использовать фонды ЕС для развития культурного наследия СЗК, развивать культурную жизнь на всей территории страны и возобновить стабильное финансирование Госфонда капитала культуры. Об этом фонде говорит и объединение для развития «За». Эта партия предлагает поднять его финансирование в два раза, добавляя, что духовную силу Латвии формирует праздник песни, современная культура, СМИ, которым можно доверять, сильная принадлежность государству и демократическое участие. Новая консервативная партия за господдержку экспорта культуры, а латышские националисты за доступность культуры, искусства и спорта каждому и за то, чтобы объекты культуры и искусства строились и реставрировались за пределами Риги. О поддержке культуры и сохранении культурно-исторического наследия говорит и партия действия. Латвийское объединение регионов за укрепление идентичности культурно-исторических краев, а национальное объединение поддержку латгальских культурных ценностей называет одним из приоритетов нового столетия. В свою очередь объединение СКГ говорит о необходимости сохранения латышской традиционной культурной среды, христианских ценностей и культурных ценностей других живущих здесь народов. Попытки противостоять объективным процессом глобализации, которые связаны с тем, что только те государства и общества конкурентоспособны, которые открывают себя, открыты процессом глобализации, не видят в глобализации риска, а видят целый спектр возможностей. Есть какие-то попытки модернизировать систему финансирования науки, но они очень абстрактны, и это, скорее всего, риторика. Что касается науки, то на нее партия обещает выделить больше денег, причем значительно. Партия действий считает, что у ученых и педагогов зарплаты должны быть как у гражданских служащих и нужны социальные гарантии. Латвийская центристская партия предлагает увеличить бюджеты культуры и науки, не уточняя, правда, насколько. Для развития ЗА хочет реформировать научную деятельность, увеличив ее финансирование в 3 раза. Новая консервативная партия предлагает повысить финансирование науки до 1,5% от ВВП. Латышские националисты до 2%, то есть почти в 4 раза, а также создавать новые лаборатории. Сейчас бюджет науки составляет 0,4% от ВВП. Очень трудно достичь 1%, как уже гласит все действующие нормы закона. И тогда кому мы отберем или какие методы будут использовать, чтобы убедить других коллег в правительстве, в парламенте, чтобы обеспечить эти деньги, потому что это опять идет речь о многих миллионах. Сказать, что столько-то процентов от валового продукта мы передадим науке и культуре, это опять ничего не значит. А конкретное предложение, у согласия было экспорт образования. И причем пример же с русским образованием показал, не надо ничего даже вкладывать, не нужно даже социальные какие-то гарантии помогать преподавателям. Они сами создавали себе рабочие места и крутились как могли. Эта возможность теперь ликвидирована. Согласие за создание Центра экспорта высшего образования, а также хочет добиться, чтобы в год готовили 3000 IT-специалистов с привлечением иностранных студентов, и за создание национальной системы инноваций. Создать Латвийский фонд инноваций предлагает и национальное объединение, которое также хочет, чтобы государство вкладывало деньги в науку, которая способствует росту народного хозяйства. Латвийское объединение регионов за поддержку науки в связи с предпринимательской деятельностью.
Пять партий, их логотипы вы сейчас видите на экране. На тему культуры и науки в своих коротких программах не говорят. Это прогрессивные, КПВЛВ, «От сердца Латвии», «За альтернативу» и «Русский союз Латвии».